четверг, 30 января, мужчина 1963 года рождения попытался покончить с собой, бросившись под поезд на станции метро «Золотые ворота» в Киеве. Эту информацию подтвердила пресс-служба киевского метрополитена. При этом в метрополитене сообщили, что мужчина прыгнул на рельсы с середины платформы, однако машинисту прибывающего поезда удалось экстренно затормозить. В результате самоубийца не получил никаких серьезных телесных повреждений. Ему была вызвана скорая медицинская помощь для дальнейшего осмотра, сообщила пресс-служба.